Доброго дня! В ефірі «Дебати Запоріжжя» – проєкт, під час якого ми обговорюємо важливі соціальні проблеми і намагаємося знайти шляхи їх вирішення чи прийнятного компромісу. І сьогодні в цій студії обговорюємо ситуацію з вищою освітою в Україні. За радянських часів вважалося, що вступ до вишу – це квиток у щасливе та заможне життя. До навчальних закладів, які пропонували середню спеціальну та середню технічну освіту, ставлення було зневажливе. Мовляв, це місце для тих, хто не зміг скласти іспити до інституту чи університету. У незалежній Україні ситуація із вищою освітою подібна. Багато хто йде на певний факультет не через жагу до знань, а тому, що так прийнято або так хочуть батьки. Якщо ж звернутись до цифр, то відзначимо, наша країна є у деякому сенсі унікальною. В офіційному друкованому органі Верховної Ради України газеті «Голос України» у 2017 році зазначалося, наша країна посідає 10-12 позицію у світі за мірою охоплення громадян вищою освітою. Її отримують 79% людей у віці від 20 до 26 років. Держслужба статистики повідомляє, у 2018 році до українських технікумів та училищ було зараховано 53,5 тисячі студентів, а до університетів, академій та інститутів у п'ятеро більше – майже 257 тисяч. Якщо ж звернути увагу на якісні показники, то оптимізм потроху згасає. Наприклад, у Великій Британії всього 160 університетів на 66 мільйонів населення. Але 48 вузів Британії потрапило до топ-400 світового рейтингу. Українських вузів у топ-400 немає. Незважаючи на те, що їх в Україні набагато більше – 282. Найкращий показник у Харківського національного університету імені Карадзіна – 401 місце, а також у Київського національного університету імені Шевченка – 411 місце. Ще один аспект. За даними урядового порталу, у 2017 році 51% молоді працювало не за спеціальністю. Також варто пригадати слова міністра освіти Лілії Гриневич, сказані у вересні 2018 року. Вона відзначила, 80% безробітних українців – це люди з вищою освітою. За її словами, в Європі 40% навчаються в закладах професійної освіти. У Чехії, Австрії, Хорватії та Фінляндії цей показник сягає 70%. Тож чи потрібна майже тотальна вища освіта в Україні? Запитаємо наших спікерів. У студії Віктор Огаренко, ректор класичного приватного університету. Богдан Сидоренко, бізнесмен. Вітаю наших учасників студії і нагадаю правила дебатів. Вони відбуваються в три раунди. Під час першого раунду ви представляєте свої позиції, маєте по 2 хвилини кожен. Під час другого раунду ви задаєте запитання один одному. І під час третього раунду вам задаю питання від імені редакторської групи. Отже, розпочинаємо з вас, пане Вікторе. Яка, на вашу думку, якість української освіти? 2 хвилини. Если брать на сегодняшний день качество образования, которое на Украине, я считаю, что оно достаточно на достойном уровне. И, в принципе, те высшие учебные заведения, которые сегодня есть и на территории нашей Запорожской области, а это в основном высшие учебные заведения государственной формы собственности, я представляю вуз частной формы собственности, располагает прекрасным педагогическим составом, располагает хорошей материально-технической базой и в состоянии дать то образование, которое, в принципе, необходимо на сегодняшнем этапе развития Украины. Почему? Потому что, ну, поймите правильно, не имея того образования, которое необходимо, особенно это касается тех, кто занимается своей собственной деятельностью, а это образование связано с управлением, очень сложно управлять коллективами, как и малыми, так и большими, потому что здесь в первую очередь ставится вопрос, как управлять, кем управлять. Что делать в тех ситуациях, в которых сегодня, допустим, находится Украина, вот в экономическом кризисе, который на сегодняшний день есть? Я думаю, что высшая школа и те люди, которые преподают в высших учебных заведениях, в своих и лекциях, и статьях, которые издают в научных журналах и так далее, дают довольно много правильних ответов на ту ситуацию, которая складывается сегодня.
Чому, на вашу думку, жоден український виш не входить в топ-1000 найкращих в світі? Ви знаєте, там різні требування. І ті виші, які ми говоримо, зарубіжні виші, там строго ограничен какой-то, вот понимаете, тот круг вопросов, которые рассматривают наши высшие здесь непосредственно на территории Украины. Потому что высшие учебные заведения там, Германии, Англии, Франции, они, будем говорить так, делают направления узкопрофильные. Здесь мы, когда даем то образование, которое необходимо нашим будущим специалистам, то здесь более шире дается образование, которое охватывает много направлений и которые дают возможность, в принципе, применить себя в разных сферах. А чому так стається? Як, на вашу думку, краще все ж таки було? Чітка спеціалізація, як за кордоном, чи ось, як в нас, широкий профіль, як ви зазначили? Ви знаєте, все повинно бути, звісно, в розумних пределах. І будемо говорити, що наше образування, от ще з тих времен совєтських, коли я ще вчився, в принципі, я вважаю, що воно було достатньо для того, щоб працювати за рубежом. Даже в то время. Я знаю многих моих вот однокашников, которые уехали и работают за рубежом. Они достигли довольно неплохих результатов, там, закончив наши вузы. И на сегодняшний день, вот, будем говорить так, мы выпустили 50 тысяч студентов уже за 27 лет, сколько вуз существует. И буквально вот из, ну, где-то, 12-13 стран, вот буквально я недавно получал эти все письма наших выпускников, это работает и в Соединенных Штатах Америки, и в Австралии, и в Канаде, и в Германии, то есть, ну, на территории наших бывших республик, и в России, и в других республиках, то есть потребность в таких специалистах была, есть и будет, и не только на территории бывшего Советского Союза, но и на территории, вот будем говорить так, Америки, Европы и других стран. А ви відслідковуєте працевлаштування своїх випускників? І, можливо, маєте дані, яка кількість з них працює за спеціальністю? Да, мені приємно сообщити то, що на сьогоднішній день, от ми регулярно перевіряємо показателі центру зайнятості, ні один наш випускник не стоїть в центрі зайнятості. Це вже хороший показатель. Другий вопрос, яку він зайняв должность, де він зміг устроїти себе і де працювати, це, ну, будем говорить так, может быть, не все работают по тем специальностям, которые они получили в университете, и на сегодняшний день, я думаю, что этот период, вот, когда есть трудности определенные в стране, и есть моменты, когда выезжают работать за рубеж, все равно находят эти рабочие места, и, ну, может быть, меньше работают руководителями, а больше по рабочим профессиям, но эти люди востребованы. Зрозуміло, дякую. Тепер, пане Богдане, прошу розказати вашу думку про стан вищої освіти в Україні. Будь ласка, 2 хвилини. Добрий день, мене звати Сидоренко Богдан, я є малим бізнесменом в місті Запорожжі. Мій стаж роботи вже 6 років, і на основі свого опыта я хочу сказати, що маю точку зрення проти вищого образування. Об'ясню наступним образом, чому. Те люди, которые заканчивают институт, тратят огромное количество усилий, времени, 5 лет, а также в основном родительские деньги, если люди учатся на контракте, они выходят из института и получают уже устаревшие знания. То есть в современном мире каждые 18 месяцев информация удваивается. Те данные и знания, которые получили в институте, являются нерелевантными на сегодняшний день. Люди тратят огромное количество усилий на то, чтобы получить корочку диплома, а на выходе в реальном рынке, когда они выходят на реальный рынок, они понимают, что эти знания уже недостаточны, либо они просто на бумаге. В институте существует такая проблема, о которой знают многие студенты. Предметы читают преподаватели, которые не имеют реального опыта в основном в той профессии, о которой говорят, ни в бизнесе, ни в экономике, нигде. И они теоретики, а сейчас миру нужны практики. Поэтому те люди, которые не идут в институт, а устраиваются сразу, возможно, помощником, возможно, менеджером, возможно, даже разнорабочим в какие-то реальные компании,
через 5 лет имеют скилл намного выше, чем те люди, которые выучились 5 лет в образовании. Также, в частности, на данный момент вот в нашей компании работают люди, у которых мы даже не знаем, есть ли у них диплом, либо нет. Мы смотрим изначально на их профпригодность для наших основных продаж, потому что у нас в основном менеджеры по продажам. Поэтому моя позиция такова, что в основном на большинстве специальностей люди тратят свое время и усилия, которые они могли бы потратить на реализацию своих целей, которые они перед собой поставили. Дякую. Пане Богдане, тож як на вашу думку, взагалі не навчатися, вищої освіти не отримувати? Чи як бути в цьому питанні? Не потрібно взагалі, чи є якісь виключення? Я, Юрій, вважаю так. На некоторые специальности, в частности, моя мама доктор, конечно, ей диплом нужен. И она проучилась там практически 8 лет, если мы берем интернатуру. И, конечно, у доктора вы не будете лечиться, если он не имеет должных, так скажем, аппрувов, которые подтверждают его профпригодность. Также еще есть несколько таких специальностей, безусловно, на которые без институтского образования и диплома человек никогда не выучится. Но в реалиях современной Украины, я считаю, что примерно 80% предметов, которые учат студенты, а также специальности, они не релевантны современному миру. То есть они им не нужны априори, когда они приходят еще на первый курс. Намного лучше им изучать эти данные по высшему образованию у реальных людей дела. И за 5 лет они будут намного более эффективны для себя, в частности, и экономических своих успехов, и развития. Пане Богдане, а яка ваша позиція стосовно того, що українські виші не входять до переліку найкращих в світі? Чесно, від душі скажу, що я також з цим рейтингом согласен. Потому чому? Що... Да. Да, потому что институт у нас, как правило, коррумпированный, как правило, там студенты учатся просто для галочки, просто для родителей, просто потому что у кого-то есть место где-то в какой-то компании, в которой без диплома не могут взять априори. Не может быть руководитель там какой-то государственной компании без диплома, невозможно. Поэтому родители отправляют своих детей в институт, платят за них деньги на протяжении 5 лет, чтобы потом этот человек мог устроиться в компанию. И в связи с этим, конечно, этот институт, любой в Украине, он не может попасть в топ-400. Там нет реальных практиков, нет людей, которые отправляют их на опыт в международные корпорации, нет тех, кто приходит и рассказывает о реальных делах, как ведется бизнес, бухгалтерский учет, экономику и так далее. Эта система образования в наших институтах, она не реформирована. Поэтому она в современном мире, она не подходит. Зрозуміло, дякую. Пане Вікторе, можете відреагувати на вислів, що українські вищі корумповані для галочки і... Вы поступаете, если есть батьки и связки. Знаете, такое мнение, конечно, существует, будем говорить прямо. Но если знать хорошо изнутри высшее учебное заведение, то я думаю, что многие вопросы здесь, ну, неправильный подход к этим многим вопросам. Потому что, ну, прежде всего, ну, если врач не может без диплома, это один вопрос. А может ли получить образование юрист, то, которое необходимо для того, чтобы производить какие-то вот защиту своих клиентов и так далее, или работать в органах внутренних дел, в силовых структурах и так далее. Думаю, что без образования такого человек не сможет работать. Если говорить об экономистах, это то же самое. Есть те вопросы, которые, будем говорить прямо, даже тот же бухгалтерский учет, о котором сказал мой оппонент, его же вот просто практик пришел и не будет, если он не имеет теоретической базы. Поймите правильно, теоретическая база – это, да, 50% того, что человек должен знать. Остальные 50% – да, это практика, это надо работать, надо набираться опыта и так далее. Но отделить просто вот так вот на практику пришел и работаешь, такого нету. Это же, понимаете, в 30-е годы это были рабфаки, вы помните, да, когда человек отработал смену, пришел, 2 часа посидел за партой и дальше получал уже диплом инженера и так далее, потому что он хороший практик, он уже разбирался. Но сегодня новые технологии, это сегодня невозможно освоить многих вещей, не получив хорошие теоретические знания. Поэтому я за то, чтобы в принципе совмещалась практика и теория, и тогда этот специалист будет востребован. Зрозуміло, дякую. І на цьому ми завершуємо першу частину наших дебатів.
Під час другої частини опоненти задають один одному по два запитання по черзі. Розпочинаємо з вас, пане Богдане, ваше запитання своєму опоненту, будь ласка. Хотел бы задать вам вопрос. Если вы считаете, что высшее образование так важно, почему тогда, судя по статистике, которую мы имеем в Украине, из 100% выпущенных студентов на работу устраивается по специальности и по своему диплому только лишь 15%? Пане Викторе, три хвилини на відповідь. Знаете, это тот вопрос, который, в принципе, можно задавать, не задумываясь, потому что сегодня та безработица, которая охватила Украину, она касается и тех, кто закончил высшие учебные заведения. Понимаете, как нету рабочих мест. Но сегодня не идти на то, чтобы после школы желающий идти учиться, шел, учился в высшее учебное заведение, вот вы же его не возьмете после окончания школы сразу на работу и, кем? Грузчиком в лучшем случае. Не каждый родитель хотел бы это получить, поймите правильно. В университете или в институте этот выпускник школы, он получает не только знания, которые необходимо ему получить, обучаясь в университете, но и ту социальную среду осваивает, которая сегодня есть в высших учебных заведениях. То есть он не на улицу вышел, он здесь. У нас много таких моментов в университетах, когда приходят дети с села. Когда мы их видим, что это сельские дети, и по одежде, и по поведению, и по обучению, да, но через год обучения эти дети выравниваются, они совершенно одинаковые. Тот, кто закончил школу в городе, тот, кто закончил школу в селе. Это очень важный социальный фактор еще. И его надо учитывать сегодня особенно, потому что, вы же видите, какая преступность, какие возникают неожиданные вопросы, которые в обществе сегодня возникают, и мы их раньше не видели и не слышали. Поэтому здесь, я думаю, правильно было бы все-таки детей на том этапе, когда это возможно, учить. Вот. А здесь даны возможности. Если человек одаренный, проходит ЗНО, идет учиться, учится за деньги государства, то есть на госзаказе. Если у человека нету вот той одаренности, о которой мы говорим, он берет свои деньги и учится за свои деньги, но тоже проходя через это вот подготовку ЗНО. Поэтому я думаю, что здесь могут проявить свои знания и особо одаренные, и просто те, кто закончил школу. Все вы знаете статистику. Одаренных у нас на каждые 100 человек один человек всего лишь. Вот. Способных 10 на 100 человек. Все остальные, вот те, о которых вы говорите, да, пришли, работают, получили какие-то знания, дальше как-то подтягивают себя практикой и получают то, что необходимо. И, может быть, они где-то и будут идти с лучшими показателями потом. Дякую. Пане Богдане, можливо, у вас є коментар? Є коментарі по поводу 30 секунд. По поводу ще першого блоку юридичного образування. Ви знаєте, що вища влада у нас був генеральний прокурор без вищого юридичного образування, займав ту чи іншу должність, яку ви розумієте. Понятное дело, не благодаря диплому он туда попал, а благодаря своим знакомствам. И диплом здесь абсолютно не важен, получил высшую, так скажем, государственную должность. По поводу момента школьника, вот мы сейчас делаем аппликации на американский рынок, и мы не можем найти специалиста, которому готовы платить около 500-600 долларов США за аппликации, которые требует американский рынок. Ни один институт в Украине, по крайней мере, я его не нашел, который делает такого специалиста. Все эти люди – самоучки, которые сидят в основном дома и вырисовывают эти аппликации. Це зрозуміло, дякую. Пане Вікторе, тепер ваше запитання до свого опонента, будь ласка. У меня вопрос такой. Я думаю, что вы закончили высшее учебное заведение. Да. Вы, когда уже ушли работать, вам те знания, которые вы получили, помогли с тем, чтобы вы создали свое предприятие, чтобы вы развернули свою деятельность и чтобы достигли того успеха, который сегодня у вас есть? Спасибо за вопрос. По поводу высшего образования. У меня действительно есть высшее образование, такое как электротехническое и финансовый кредит, то есть второе, которое я закончил заочно.
опять же, по рекомендации родителям. Вот. По поводу того, когда строил свое предприятие, пусть оно будет и небольшое, но я только на начале своего пути. Вот. По поводу тех знаний, которые мне дал институт. Институт, безусловно, дает знания коммуникации, то есть он дает социалистическую структуру, о которой вы сказали, и он учит, так сказать, учиться. Но те знания академические, которые дал мне институт, в частности, в финансах и в электротехнике, я их, к сожалению, не применяю. Финансы я применяю чисто для своих расчетов, но это были не те знания, которые мне дал институт. Если бы в институте были такие инструменты, как там управление бизнесом, управление персоналом в нашей среде украинских, то есть не те, которые берут западные институты, переводят на русский язык, и они не адаптированы к современным украинским реалиям, в частности, нашего менталитета, зарплат, ощущения счастья и так далее. Если бы эти знания были адаптированы, то, конечно же, институт бы помог бы мне и, как я думаю, многим нашим зрителям. Но поскольку институт такие данные и такого, скажем, опыта общения с успешными людьми, которые реальной практики дать не может, то 5 лет — это очень большая плата за то, чтобы человек получил просто корочку. Вот такое мнение у меня по этому поводу. Пан Знаете, Виктор, я согласен с вами в том плане, что университеты, институты сегодня не дают тех знаний, которые сегодня требуются на современном этапе развития бизнеса. И здесь есть проблемы. Проблемы, будем говорить, чисто такие связанные с тем, что министерство слишком подводит регламенты, что надо учить, сколько надо учить, как надо учить и так далее. Там выделяется всего 30% на самостоятельное введение предметов, дисциплин, которые необходимо читать по той или иной специальности. Здесь я согласен, что надо больше дать автономии вузам в этом плане и развивать. Но здесь, понимаете, как мы подходим к решению этой проблемы с той точки, что мы должны на раннем этапе развития ребенка дать ему профориентацию. Мы после 9 класса стараемся максимально забрать себе детей учиться, когда они еще закончили 9 классов и продолжают дальше идти учиться. Дальше идут учиться в колледж, получают диплом младшего специалиста, уже получают какие-то знания по той профессии, которую они тут, и дальше определяются, нравится им, не нравится, или может достаточно с этим дипломом идти работать на предприятие, но он уже получил необходимые знания и вошел в эту среду социальную, понимаете как? И это очень важно, потому что он заканчивает колледж, когда ему всего лишь навсего 15 лет. То есть не 15, 17 лет. Пане Богдане, можливо, ваш коментар з приводу коледжу, закінчення освіти на коледжі, якщо маєте. Считаю, это классная штука по поводу закончить колледж и сразу пойти работать. В частности, менеджер, который у меня один человек в моей компании работает, он профессиональный продавец, который, наверное, продает еще на площадках лет с 15. У него нет высшего образования, но это не мешает ему кормить семью, иметь очень высокий доход по меркам даже Украины, не только в частности Запорожья. И он развивается лично в своей внутренней энергии, внутренними скиллами, которые он растет выше. Возможно, в будущем он идет в более крупную компанию, и там пойдет вверх. Ему диплом не нужен для того, чтобы иметь достойный, классный доход в Украине. Зрозуміло, дякую. И, пане Богдане, ваше друге запитання до свого опонента. Такой вам вопрос хотел задать. В частности, мы и наш HR принимают людей на работу. И мы задаем им вопросы по их непосредственно скиллам и навыкам. То есть, что человек может сделать, на что он претендует в будущем, как он смотрит свое развитие. Но также и мои коллеги, и мой работник, мы не задаем вопрос о высшем образовании. То есть мы сначала даем чарт около 12-15 вопросов, коммуницируем с нашим потенциальным работником, и за диплом о высшем образовании вопрос вообще не задаем. В частности, мои коллеги по рынку реальному, которым есть сейчас, этот вопрос не задают. Как вы думаете, с чем это связано? 3 хвилини, пане Викторе. Знаете, я думаю, что это связано с тем, что вы доверяете тем людям, которых видите в конкретной работе. Понимаете, как? Если вы посмотрели, у него получается, он остается и дальше работает. А если он не справляется с работой, то пусть у него и 10 дипломов будет. Вы не будете никаких вопросов ему задавать, а скажете, мы у вас больше не нуждаемся. И все, тут другого я не вижу.
Є коментар у вас, пане Богдане, чи ні? Комментарий есть по то, что я этим самым хотел бы подтвердить, что диплом высшего образования этим людям не нужен, потому что им нужно от них получить же навык. И если навык нам подходит, мы его берем и платим ему зарплату. А если бы он пришел к нам и сказал, вот у меня 4 диплома, красный, синий, такой-такой, но я вот это не умею, это я не учил, это я прогулял, то мы же его не возьмем. И он найдет, скорее всего, работу какую-то очень бедную, которая не будет вести его к тем целям, которые он перед собой поставил в жизни. Дякую. Пане Викторе, ваше друге запитання до свого опонента. Ну, я бы хотел задать такой вопрос. Вот если вы стоите на тех позициях, что то образование не надо, он и так получит хорошую зарплату и так далее. Вы считаете, что этот человек в будущем, если он будет хороший работник, если у него будут очень прекрасные навыки по той работе, которой он работает, а завтра он захочет открыть свое дело или где-то уйти работать в органы управления, я имею в виду даже избираться там депутатом, Верховный Совет и так далее, то там уже, не имея образования, он не сможет, потому что представив эти все документы, не будет одного основного документа, документа об образовании высшем. Понимаете? И тут нельзя останавливаться на том, что хороший работник и пусть работает. А можете конкретизировать запитание, пане Викторе? Ну, я хочу этот вопрос вот в том плане развить, что такие люди, которые вы считаете особо талантливые, они могут дальше продвинуться, не имея образования. 3 хвилини, пане Богдане. В Украине, в современных реалиях, безусловно, да, как я приводил пример раньше, нашего бывшего генерального прокурора. Вот, по поводу того, что вы вот подтвердили мои слова, люди, которые хотят идти вверх по карьерной лестнице в депутаты и так далее. Они идут же на высшее образование не ради образования, а ради диплома. Как вы сказали, что ему нужно что-то подложить из документов в диплом. То есть они будут смотреть просто на фактическое его присутствие, есть он или нет. Но те знания, которые как бы вшиты в этот диплом, их у него не будет. Он будет развиваться больше социально. То есть я отставил позицию, безусловно, образование для человека нужно, и мы для этого на этом свете и живем, чтобы развивать новые технологии и развивать нашу замечательную страну. Но современное образование, которое есть сейчас, оно уже отстало на, наверное, 30-40 лет назад от тех реалий, которые нужны в Украине. То есть у нас очень плохое образование, в частности, тех работ, которые нужны современному рынку. В частности, вот я представляю IT-сектор, и тут достаточно много людей, которые самоучки, учились дома, там, у компьютера и так далее. И те, кто заканчивает институт, у них, как правило, у кого-то есть диплом, но основные деньги, основные знания, они учились сами. То есть либо в какой-то компании еще с младшего возраста, когда такие есть люди, джуниоры в IT-секторе, их берут на самую базовую зарплату где-то на втором, третьем курсе, если они студенты. Если же нет, то где-то с 20 лет, плюс-минус, этих людей подбирает компания, чтобы расти их вверх по карьерной лестнице. И для этих людей, безусловно, образование не так важно, как вы говорите. Им больше важны их профессиональные навыки. И диплом, возможно, они получают в будущем, но он у них больше идет для галочки. Если государство сможет реформировать систему образования, как она существует на Западе и в США, то я уверен, что минимум 10 институтов в Украине в будущем попадут в топ-400 по миру. Если это образование будет выпускать тех специалистов, которые востребованы во всем мире, в каждой стране, за которые будут приезжать сюда американцы, британцы и бороться за наших специалистов, переманивая их более лучшей зарплатой, более хорошим уровнем жизни и возить туда. И наши специалисты будут представлять нашу страну как победителя, и мы будем гордиться нашими выпускниками. Дякую. Знаете, я согласен в том плане, что мы должны в первую очередь думать о реформировании высшего образования. Тут я полностью согласен. Почему? Потому что наши реформы вот до сегодняшнего дня свелись к тому, что самая большая реформа, которую сделали, это то, что сделали ЗНО. Понимаете как? И вот это вот уже где-то 8 лет, это самая великая реформа. Хоть мне непонятно. Это обычная проверка знаний школьника, который закончил школу, который идет дальше учиться. Вот пришел к вам талантливый, да, парень. Он, может быть, слабо в школе учился, ему школа не нравилась. Вот по каким-то причинам. Где-то с учителями не нашел общий язык, где-то тут. Но если он придет в университет и
будет сдавать вступительные экзамены, как раньше мы это делали, принимали вступительные экзамены, никакого ЗНО. Мы сразу определяем, способен ли этот парень получить хорошее знание. А мы сегодня лишены такого, вы же понимаете. Сегодня принимаем вот по результатам ЗНО, где галочки поставил путем вот такого отгадывания. Решил и ушел. И когда дети приходят с колледжа, а у них там чуть позже ЗНО, то эти дети на голову выше, когда они приходят на бакалаврат, чем те, которые пришли, сдав ЗНО. Понимаете? И в основном это так и есть. Поэтому понятно, что реформы такие, которые сейчас, это не реформы, а реформы, которые мы хотим получить, вот те пожелания, которые есть с бизнеса, их надо, конечно, этим заниматься. Скажу дальше. У нас по программному обеспечению, программное обеспечение, есть специальность, да? У нас детей забирают уже с третьего курса, буквально все фирмы разбирают. И они, кто учится на дневном отделении, все просят дать индивидуальные графики, потому что они все работают уже. То есть дети в основном идут на эти специальности по призванию. Понимаете? Потому что на эту специальность вот просто так прийти и получить диплом, смысла нету. Вы же поймите, вы правильно говорите, что приходит без знаний и, в принципе, проявляет себя довольно-таки сильно. Дякую. На цьому ми завершуємо другу частину наших дебатів. Під час третьої частини нашим учасникам буду запитання задавати я від імені редакторської групи. Пане Вікторе, а хочеться розширити вашу відповідь стосовно реформування галузі освіти вищої. Ви сказали, що це важливо дуже, але водночас головна реформа, яка сталася за останні 8 років, це лише введення тестування. На вашу думку, які першочергові заходи для реформування вищої освіти необхідні, якщо відкинути якісь обмеження, що б ви зробили? Прежде всего, это касается тех вопросов, которые необходимы для молодых людей, когда они идут учиться. Ну, первое, они должны идти учиться по призванию. Сегодня в связи с такими вот подходами, вот такими реформами, о которых я говорил, что там ЗНО и так далее, дети идут учиться туда, где достаточно у него баллов. Он хочет быть инженером, он идет ветеринаром, бо там его берут бесплатно. Вы понимаете? Пробачте, конкретизую. Добре, за призванням. А який конкретний крок для цього зробити, щоб ми конкретизували, наприклад, перша реформа, там, чи зміни, друга, третя? Это надо дать полную автономию, так как и по закону о высшем образовании записана полная автономия вузов в приеме этих детей на обучение, в программах, которые мы можем предложить для обучения этих детей, потому что, в принципе, те программы, которые нам сегодня предлагаются, они уже устаревшие, правильно вот мой оппонент говорит, они крайне устаревшие. Мы должны сами все поменять. То есть, независимо от результатов ЗНО принимать? Да. Да, зрозуміло. Це перший крок. Первый. Другий. Второй вопрос, конечно, это тот вопрос, что, если мы сможем вот преодолеть это первое препятствие, мы, в принципе, получим гораздо больше студентов. Почему? Потому что 60% детей, выпускники прошлого года, уехали учиться за рубеж, там нету ЗНО. А студент – это наш инвестор, он приносит деньги. И если он приносит сюда деньги в университет, понимаете как, то есть возможность не только зацикливаться, чтобы вовремя выплатить зарплату этому бедному преподавателю, а создавать материально-техническую базу. Других источников создания этой базы, кроме как источники от инвесторов, нету. Тож, який другий крок? Другий крок – это дать возможность все-таки максимально принять этих детей на обучение. Ну, він прикликається і з першим тут, кроком. І тут, понимаете, как, здесь вопрос именно зависит от того, что мы их где-то сдерживаем вот этими реформами. Мы сдерживаем такую возможность. Ну, будем говорить так, дети, которые закончили 2, 3, 4 года назад, они не пойдут уже на тестирование. У них, во-первых, они забыли то, что они учили уже в школах.
они уже этого тестирования боятся больше, чем чего-либо, понимаете как? Потому что, ну, вы, может быть, видели, как это все проходит. Когда ребенок заходит, стоит милиционер с миноискателем и проверяет, не несет ли он телефон. И в этом случае некоторые дети теряют сознание, понимаете, потому что психика. Я конкретизую, тобто правильно розумію, що другим кроком може бути це скасування ЗНО для людей, які вступають вище, ну вже не відразу після школи, там через 3-5 років. І для дітей, які йдуть обучатися за свої собственні гроші, тобто по контракту. То ли в частные вузы, то ли в государственные. Это не играет никакой роли, потому что мы в одинаковых условиях находимся сегодня. Ну и, конечно, пожелание, чтобы демографическая ситуация позволяла больше иметь выпускников школ, потому что сегодня она, к сожалению, вот хуже, хуже и хуже. Но нет уже дальше куда идти. Потому что выпуски, если были выпуски там в свое время по 5-6 классов, да, то они дошли до одного класса. Но сейчас идет немножко на подъем последние 2 года, там уже по 2-3 класса выпускается. И если мы удержим детей и не пустим их, ну не то что не пустим, не дадим им возможность выехать учиться за рубеж, а учиться здесь, ну... Будем говорить так, вот когда мы общаемся с теми детьми, которые уехали, и смотрим, как они там получают знания, они не получают тех знаний, вот, о которых мы говорим. Тем более, они же не едут в Германию, они не едут в Англию, они обучаются в Польше, они обучаются в Чехии, в Словакии. То есть уровень знаний, который они там получают, он не выше нашего, а кое-где еще и ниже. А уточніть, будь ласка, відсоток студентів, які поїхали навчатися за кордон? Ну, школьників. Ну, В прошлому году 60%. 60%? Більше половина. Да, це да. За минулий випуск, тобто 2017 да, рік. Да, да, да. Скільки в цьому году, ще поки не знаємо. Но... А які країни? Польща? В основному чи... Польща. Польща? Зрозуміло. Польща, ви розумієте, дійшло діло вже до повного абсурду, коли в деякі вузи наші, детей собирают, условно отправляют в Польшу, вот как мой оппонент говорит. Тут они обучаются, деньги туда заплатили, а потом выдают академсправки оттуда, чтобы без ЗНО поступили учиться здесь. Ну, полный абсурд. И об этом же знают все. И в министерстве, и все. И вот на это все закрывают глаза. Вот это наши подходы к образованию, к высшему образованию. Зрозуміло. Дякую. У мене запитання до обох учасників. Що робити з крайнощами на ринку і працевлаштування, і освіти? Маю на увазі, коли будь-яку елементарну роботу вимагають вищу освіту. Наприклад, продавець з вищою освітою. Розпочнемо з вас, пане Богдане. Що робити з цим? Чи це адекватна вимога, чи ні? Я вважаю, Юрій, звісно, це... Претензия к человеку, безусловно, неадекватная. То есть мы же берем человека не потому, есть у него образование или нет. Мы его берем, исходя из его навыков. И мы его подбираем для той работы, которая нам необходима. Если нам государство внесет такую поправку, как высшее образование, то человек скажет, я хочу у вас работать, я готов на эту зарплату, мне интересно, я буду кормить семью. Но у меня нет образования, за которое я не могу заплатить. У вас закон, благодаря которому без высшего образования вы меня не можете взять на работе. В результате я на обочине жизни иду в алкоголизм, наркоманию и так далее. Это будет очень плохой подход, на мой взгляд. Дякую. Пане Вікторе, на вашу думку, що робити з такими крайнощами, коли елементарну роботу і вимагають у людей вищу освіту? Чи вона доречна, чи ні? Знаєте, є некоторые спеціальності, де это необходимо. Но есть, где на какой-то период времени можно и работать, не имея высшего образования. Но хотя бы, чтобы человек закончил младшего специалиста, получил образование, диплом младшего специалиста и смог уже себя проявить как специалист, который получил вот те начальные знания. Ну, будем говорить так, там подготовка идет и менеджеру, там идет подготовка, там, допустим, работников питания, общественного питания, и там идет подготовка и социологов, и даже психологов на начальном этапе. То, что вот можно, допустим, где-то вот, на начальном этапе работы их применить, эти знания, и я думаю, их пока будет достаточно.
Зрозуміло. Дякую. І мене... Тобто, во всьому повинен бути розумний приділ, розумієте? Добре. Наступне запитання до обох учасників. Чи потрібна вища освіта всім за без винятку? Чи можна взяти і доцільно взяти за модель американську, приклад, коли там до вишів вступають одиниці, які будуть займатися наукою, можливо, якимось там міжнародним співробітництвом, дослідженнями? Як нам бути в цьому випадку? Пане Вікторе, ви знаєте, от у мене була делегація як-то в прошлом году із Южної Кореї, і коли ставився вопрос їх отношення к вищому образованию, то вони ставлять цель одну – стопроцентне вище образування. На сьогоднішній день у них 80%. В Японії вже доходять до 100%, понимаете? Я думаю, що ці країни о чому-то говорять нам в своєму розвитті. Поэтому здесь, наверное, вопрос спорный. На том уровне, на котором мы находимся, может быть, пока достаточно, не имеет образования. Но на том уровне, на котором вот эти страны находятся, наверное, без этого образования, хорошего образования, которое учитывает все пожелания тех структур, которые, в принципе, являются работодателями, да, наверное, не обойтись. Але, на вашу думку, я правильно зрозумів, що американська модель в своєму ідеалі не підходить для України? Ну, може, знаєте, як обучення американської моделі, вони преслідують другі, мабуть, цілі, я не знаю. Зрозуміло, дякую. Пане Богдане, вам те ж саме запитання, що робити там з вищою освітою для всіх? Вона доречна-недоречна чи актуальна для нас американська модель, коли навчаються одиниці, які будуть займатися дослідженнями, наукою і тому подібним? Я согласен со своим оппонентом по поводу того, что в Японии, в Америке, в Британии там все стремятся к высшему образованию, потому что после него идет огромное развитие и будущее для ребенка. Поэтому я согласен с вами в этом контексте, что каждый родитель развитых стран мечтает об этом. Но я говорю о дипломе, в частности, в Украине. И я, безусловно, считаю, что на данный момент дипломов такое количество, что их по два, по три и так далее. Они, вы же знаете, законы экономики, то есть спрос и предложение. Если дипломов становится все больше и больше, то ценность этого диплома падает ниже. Почему, в частности, как привел мой оппонент, Британия и Япония 100% все мечтают? Потому что там на один диплом, условно говоря, 1000 людей. На один, чтобы получиться. Поэтому этот диплом, безусловно, имеет ценность. Если будет студент из Гарварда или Кембриджа, конечно, за него борются и Бейкер Маккензи, и мировые банки и так далее. Потому что ценность диплома огромная, огромные знания. А если у нас диплом у каждого по 4, который не имеет ни знаний, ни престижа, ради чего тогда платить деньги, 5 лет терять, я не вижу в этом экономической целесообразности. Добре. Пане Богдане, вы бизнесмен с двумя высшими освітами. Тож, на вашу думку, яка найбільша проблема української вищої освіти? Сразу скажу, возможно, да, буде некоректно, що я відставив позицію без образування, маю вже два образування. Ну, тут я нічого не можу. Тому й запитую. Да, поділити, тому що батьки настояли, я ще в тому віці не мог приймати і впливати на їх рішення по поводу моєї судьби. Вот. По поводу образування, вопрос, яка основна проблема української вищої освіти? Лично, на мой взгляд, как молодого, повторюсь, начинающего бизнесмена, не претендую ни на какие лавры такого сильного бизнеса, в котором я понимаю, кто такой бизнесмен города. В том, что этот институт прежде всего не дает те знания, которые нужны в реальном рынке, именно рынке, не госкорпорации и так далее, в реальном рынке экономики. Второе, что там нету практиков, то есть преподаватели абсолютно знают только теорию, и то 20-летнюю, а не сегодня. В том же Гарварде и Кембридже каждую неделю приходят люди с Гугла, Фейсбука, Apple и мировых корпораций, не будем их перечислять. Там приходит топ-менеджер, генеральный директор, CEO и так далее. И эти люди читают практику, рассказывают те или иные кейсы. Почему MBA очень ценится там больше 100 тысяч долларов? Потому что там рассказывают реальные кейсы для людей, как в тех или иных ситуациях они реализовали свой потенциал. Эту модель, безусловно, нам нужно внедрить в нашу Украину. Но, если вы же понимаете, если есть мировая корпорация, ну, даже возьмем украинская, там мы открываем Forbes, топ-200 компаний, то чтобы оттуда взять менеджера, допустим, у очень богатых людей нашей страны, о которых вы знаете, чтобы он оставил день работы корпорации, пришел, допустим, в средний Запорожский институт, ну, я имел в виду средний усредненный, то ему нужно за этот день заплатить, ну, вполне вменяемую сумму. Если это будет не альтруизм, по просьбе ректора, потому что он знает бизнесмена, он говорит, хорошо, я тебе помогу для твоей там репутации и так далее.
то ему нужно заплатить зарплату за этот день. Государство не будет со своих денег, к сожалению, финансировать такие походы. Но именно реальные практики, бизнес, они и должны помогать людям. Плюс, еще я считаю, социального лифта нету у студентов. То есть есть студенты, допустим, группа, условно 30 человек. У них есть там 5-6 очень людей, которые талантливы, как мой оппонент сказал изначально. Но у них нету каких-то за спиной там богатых влиятельных родителей, они не могут найти себя и уходят как бы вниз и идут по нижней ступеньке пирамиды. Хотя их потенциал для Украины, он огромный. И если бы приходили люди мировых корпораций, топ-менеджмент, генеральные директора, и в процессе дискуссии, когда они рассказывали о своих позициях, о своих компаниях, эти люди задавали правильные вопросы, приходили к ним, просились на практику, они его вот могли взять за руку. Не там журнала Forbes, что вот я его видел, а вот поговорили, сказали, можно прийти на практику, я думаю, то-то-то. Этот человек его берет, со студенческой скамьи. И, конечно, идет на практику к этому человеку. Безусловно, рост людей був фантастический. Дякую. Пане Вікторе, чи є у вашого вишу приклади взаємодії, співпраці з міжнародними корпораціями, про які згадує ваш опонент, наприклад? Опонент тут же і говорить, для того, щоб працювати з такими фірмами, там треба оплачивать довольно большие деньги за подобную работу. Поэтому, конечно, таких примеров пока нет. И я хочу тут сразу сказать, что, в принципе, на сегодняшний день все вузы украинские, вот те 280 вузов, о которых вы сказали, это и частные, и государственные, работают на выживание. И вот если эти вузы выживут, и останется хотя бы где-то 100 вузов, то я думаю, что высшее образование будет на более высоком уровне. Потому что на сегодняшний день для того, чтобы получить деньги, знания не дают таких, которые необходимы, а дают возможность, как говорят, закончить, чтобы он только уплатил деньги и он ушел. Вот это проблема номер один каждого вуза, и частного, и государственного, понимаете правильно. И мы здесь не можем вот по-другому как-то вот воспринимать это все, по одной причине, что вузы пока выживают. Пока вот идет выживание вуза. Вот на сегодняшний день вот мы, допустим, располагаем 340 преподавателей, да? Из них вот 80% остепененных. Понимаете, эти остепененные преподаватели требуют довольно высокой оплаты. А тех знаний, которые бы мы хотели получить, мы пока еще не можем добиться по одной причине, что, вот правильно говорят, идут дети или по наставлению родителей, или еще как-то. А качество образования – это, в принципе, дорога навстречу друг другу, понимаете? Преподаватели и студент, вот они идут. А если они идут в разные стороны, качества знаний не будет. Это взаимные подходы должны быть вот, в получении качества знаний. Поэтому, конечно, вот на сегодняшний день, вот мы сейчас делаем как раз выпуски, детей где-то процентов 30-40 получают, допустим, красные дипломы. Мы знаем, что это хорошие студенты. Вот. Но мы знаем, что они могли бы быть еще лучше, если бы были те условия, которые необходимы и для приглашения хороших специалистов, понимаете, солидных фирм, которые могли бы дать что-то новое, более современное, и приобретение той же необходимой техники, которая надо для обучения. Причем, еще раз повторяю, это проблема всех вузов. Это проблема и государственных, и частных вузов, к сожалению. Да. Пане Вікторе, ви згадали про скорочення кількості вузів. На вашу думку, як це має відбуватися? Еволюційним шляхом, там, протягом 5 років поступово їх закривати, чи одним розчерком пера всі ліквідувати? Питалися вже десь літ 8-10 назад закривати ті вузи, які вважали необхідним закрити. Я маю в виду государственним. Міністерство розчерком пера швидко, так? Міністерство готувало списки, все, нічого тут не вийшло, тому що вийшли колективи, всі завозмущалися, чем мы хуже других и так далее и тому подобное, и остановились на том, что дать возможность, кто выживет, кто выплывет, тот и остается, кто не выживет, тот не остается. То есть выбрали эволюционный шлях, да? Трудно сказать, что это эволюционный, понимаете? Шлях уничтожения вот выбрали, кто слабый, тот утонет, кто посильнее, тот удержится на плаву. Вот
Поки такое. Ну, добре, політика невтручання, так? Політика невтручання, так. Зрозуміло. Да. Хоть еще раз повторяю, что в принципе я не вижу в этом плане тех моментов. Ну, вы знаете, вот, допустим, был у нас хороший вуз, прекрасная академия инженерная, да. Ну, вот при такой политике он дошел до того состояния, когда его не стало. Он присоединился к Запорожскому национальному университету, потому что дальше они уже не в состоянии были себя содержать. Инфраструктура огромная, затраты огромные, и студентов недостаточно для того, чтобы выдержать вот тот, будем говорить, наплыв. Да, завершено. Да. И им пришлось, как говорят, объединяться с другим вузом. Наверное, вот такое объединение, оно ждет многие вузы. Угу. То, что хотело министерство, допустим, иметь на территории, вот, допустим, Запорожской области, один государственный университет. Один государственный. И этот университет должен иметь то количество специальностей, которое необходимо, но он один единственный. Ну, наверное, так оно должно быть. Понимаете, чтобы государство тратило деньги уже, как говорят, на результат, а не на то, чтобы больше студентов. Дякую. Пане Богдане, ви згадували, що для вас вища освіта фактично дала соціальні навички або ж вміння вчитися. Своїх дітей в майбутньому ви відправите навчатися в вуз чи ні? Своїх дітей будущих, безусловно, відправлю в інститут, тому що я вважаю, що чоловік, звісно, в итоге он получает, должен получить высшее образование, но высшее образование должно быть качественным. Придумал даже пример такой, все знают Facebook, социальную сеть, там был Марк Цукерберг и Эдуард Саверин, это был его сосед по комнате. Угу. Если бы родители этого Эдуарда Саверина подумали, ну, он был с очень обеспеченной семьей, Эдуард, и не подумали, зачем им учение, у нас вот мы сами бизнес, мы его обучим и так далее. Но они сделали по-другому, они его отправили в институт. И там он познакомился с Цукербергом по поводу социальных связей и проинвестировал там базовые 20 тысяч долларов, что небольшие деньги для них, возможно, для нас это существенная сумма. И стал по итогу мультимиллиардером. Только благодаря тому, что он был в правильном месте, в правильное время, с правильными людьми он коммуницировал. Поэтому мой расчет на своих детей, безусловно, в такие институты. Но также вы понимаете, чтобы учиться там, нужно иметь огромную финансовую поддержку, чтобы проплатить обучение студентам на протяжении 5 лет в топовых институтах мира. Для связков, а не для освіти больше? Безусловно. И этот институт, да, закончу. По-моему, в Кембридже, там даже в каком-то пункте написано, что основой нашего образования являются не академические знания, а социальная взаимосвязь между студентами, которые будут строить будущее нашей великой страны. Зрозуміло. Дякую. И на цьому мы завершуем третью частину наших дебатов. Четверта частина, шановні учасники, підбиваємо підсумки. Можливо, з чимось ви згодні зі своїм опонентом, з чим не згодні, або що ви не встигли сказати під час попередніх 3 раундів наших дебатів. Пане Богдане, розпочинаємо з вас, максимум 1 хвилина. Подытожу свою позицию, считаю, что в реалиях Украины человек не должен терять время на получение академического образования. Если у него есть возможность, стоит уезжать в более успешный, дорогой вуз по типу тех стран, о которых мы говорили ранее. Если у него, к сожалению, нет такой финансовой поддержки, то ему не следует терять 5 лет обучения в институте, а сразу уже с сегодняшнего дня либо строить, так скажем, свой бизнес, но это очень сложно, это для нескольких процентов людей, что не потянут в основном, а для людей в основном в своем контексте, они лучше всего устроятся на уже действующую работу, которая им несет перспективы, которая им будет нравиться по душе, и в ней они вырастут карьерную лестницу за 5 лет намного лучше, чем те люди, которые 5 лет потратят в институте и пойдут в ту же компанию. То есть человек, который проработал 5 лет, на базовом этапе он, безусловно, будет намного выше, чем тот, кто придет. Моя позиция такая. Надеюсь, вам она приятна. Зрозуміло. Дякую. Пане Вікторе, вам 1 хвилина. Будь ласка. Ну, я здесь не согласен с таким подходом, что высшее образование не надо. Высшее образование – это, я считаю, необходимость времени. И его надо получать. И как можно раньше. Заканчивая 9 классов, надо идти в колледж, уже знакомиться со своей будущей профессией, определяться, куда дальше пойдет после того, как закончит колледж. Вот.
И я думаю, что те знания, те навыки, а самое главное, вот ту социальную среду, в которую он попадет, она ему по жизни очень будет необходима, и он найдет свое место. Если кто-то хочет совмещать учебу и работу, пожалуйста, есть заочное отделение, есть дистанционная форма обучения. В конце концов, даже есть возможность учиться по индивидуальному графику, если это необходимо. Главное – учить и сдавать вовремя то, что необходимо сдать, обучаясь в университете. Зрозуміло. Дякую і нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми обговорювали ситуацію з вищою освітою в Україні з молодим бізнесменом Богданом Сидоренко та засновником і ректором класичного приватного університету Віктором Огаренко. До зустрічі в ефірі.